Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Не знаю, как вы, но я очень люблю простые рецепты выпечки, где всего за 2 минуты все смешал, а затем выпекаешь и получаешь отличный результат. Это сахарный пирог с яблоками, очень вкусный и нежный, а сахарная корочка приведет вас в полный восторг. Ссылочку, где я нашла рецепт, оставлю в описании под видео. Приступаем! Первым делом приготовим яблоки, очистим от кожуры, а затем разрежем на 4 части и вырежем середину. А затем нарежем небольшими кусочками. Чтобы яблоки не потемнели, я их сбрызгиваю лимонным соком. А затем необходимо их немного перемешать. Вам понадобится большая миска, в которой соединяю яйцо, кефир комнатной температуры, растительное масло, ванильный экстракт, соду и коричневый сахар. Все перемешиваю до однородности. А затем в 2 этапа добавлю муку. Муку обязательно нужно просеять. И перемешиваю сначала венчиком, а затем буду перемешивать лопаткой. Как вы видите, все очень легко и просто. Буквально 2 минуты и тесто готово. Теперь осталось добавить яблочки. Добавляю яблочки и все еще раз перемешаю. Для этого пирога мне понадобится форма диаметром 21 см. Форму необходимо застелить пергаментной бумагой и смазать растительным маслом или сбрызнуть маслом. Кладу тесто в форму и разровняю лопаткой. Для посыпки соединяю белый сахар, корицу и растопленное сливочное масло. Все перемешаю. Если вы не любите корицу, можете не добавлять. Этой посыпкой высыпаю пирог и аккуратно разровняю посыпку. Первые 45 минут выпекаю пирог при температуре 170 градусов Цельсия. Затем температуру повышаю до 190 градусов Цельсия и продолжаю выпекать еще полчаса. Но все зависит от вашей духовки. Пирог мой готов. Снимаю кольцо и дам ему полностью остыть. Вот так вот выглядит мой замечательный сахарный пирог с яблоками. А теперь я его разрежу и покажу вам, какой он внутри. Сахарная корочка просто замечательная. И посмотрите, ребята, какой сам пирог, какая у него структура. Он замечательный и, поверьте, очень вкусный. Если вам понравилось это видео, жмите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнать о моих новых видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь, до новых видео, всем пока!